О, привет, Серега. Что ты здесь делаешь? Леха, с Новым годом! И это от меня подарок тебе, Серега. Я не Серега, я Леха, ты что перепутал? Так, и что же это за подарок? О! Ой! Что-то сделал! Я специально это сделал! Это тебе подарок! А? Что? Это был сон? Боже, что ты натворил? В моем сне! Да спи ты уже! Что? Это же дом Мести! Я даже поверить не могу! В доме Мести завелись грабители? О, боже мой! О нет, и за мной сразу бегут, смотрите! По-моему, это Леха, как я услышала. То есть, получается, Мести, когда уехала, у нее в доме завелись грабители? Нет, нет, нет. Зачем это все они делают? Нет, этого быть не должно, я должна это все исправить. Все-таки Мести мне пятерочки ставит. Поэтому... Ну, только по одному примеру. Поэтому все-таки мне интересно, что они хотят ограбить и зачем они хотят это сделать. О, кто это? Пойду-ка посмотрю, кто это. А я пока что заберусь на крышу, а вот как раз-таки они не могут забраться на крышу. Ха, и куда он пропал? Если за 3 секунды успеешь подписаться и поставить лайк, то я пранкану воришек. 3, 2, 1. Молодец! Я пранканул воришек. Ну, конечно, Леха не смог найти меня. Представляете? Это вообще, как это вообще возможно? Я не понимаю. Опа, гамон стал. Оп-оп. Че, ты что-нибудь новое нашел? Драгоценное? Конечно, нашел драгоценное. Тогда почему я танцую? Ах, вот оно что, то есть он танцует, когда находит что-то драгоценное? Да. Рука-лицо, боже. Это на самом деле очень странно. Танцевать, когда что-то ограбил, классно. Не знаю. Так, ладно, все-таки шутки шутками и так далее, но я должна как-нибудь их остановить, прокануть, может быть, как-нибудь. Зачем я тогда сюда пришла? Поэтому я сейчас взяла вот перчатки и... И что ты делаешь в моем доме? Ну, вообще-то, Серега, это не твой дом. Это дом Мести. А я к ней в гости уже ходила на чаёчек. Бывало такое, да. Это самые опасные воры. Когда вы их найдете, позвоните нам. Они часто забираются в дома. Боже, серьезно? Забираются в дома? Очень странно, потому что знаете почему? Потому что если не забираются в дома, то зачем? Просто прогуляться, да? Нет, они 100% грабят, потому что я только что это все заметила. Вот уже вторую штучку подошли для нашего пранка, для моей идеи для пранка. И сейчас мы берем вот энергетик, естественно. Мы берем энергетик, и здесь мы берем... Кусачки, что ли? Да, кусачки, ну. И теперь давайте вот сюда поднимемся. На улицу. Ох, я уже думала, что я застряла. О, ну хочу отдохнуть наконец-таки. Серега, ты что лежишь? Ладно, ладно, Лех, я уже иду. Да, конечно, это очень странно. О, привет, ты опять здесь? Нет, я осталась на том же месте. Теперь он не за мной побежал. Да, он побежал все-таки вниз. Ладно. Тогда знаете что? Тогда я пойду выполнить пранк. О, смотрите, здесь получается перчатка. Ладно, давайте возьмем эту перчатку. Что? Я только что одна слышала бам-бам-бам. Это очень было странно. Так, ладно. У нас сейчас перчатка и кусачки. Мы выкидываем вот это, берем перчатку быстрее, лучше пока никто не заметил. Закрываем и убегаем, потому что сейчас все начнется. О,
Что это такое? Мой подарок раскрыт раньше времени? О боже, это же никто не должен был увидеть. Блин, ну я как всегда, конечно. Про все забываю. О, привет, Серега. О, что ты? Это такое? Леха, с Рождеством тебя и с Новым годом. Этот мне подарок. Ой, как мило это с твоей стороны. Дай-ка я раскрою. Ха, и что это там? Ой, что ты натворил? Я специально это сделал. Такой подарок для тебя. О, что? Это опять сон? Уже во второй раз мне такое снится. Ты опять меня разбудил. Вот это да, вы то есть представляете, ему снится это во второй раз. Боже, это может быть для него самый-самый ужасный сон. Боже, я испугалась. Я только хотела сказать, почему там играют музыку, может быть там кто-то танцует. И я просто обжигаюсь в игре. У меня там немножко перезагрузка случилась, там все непонятное у меня происходило. Так, смотрите, так энергия у нас нормально, значит мы можем спокойно выполнять пранк. Ага. Так, где здесь что? Это я по жизни, но я уже, кстати, забрала уже эту коробку, а там, по-моему, Лёха. Кухня. А нет, там не кухня. Так, надо позаниматься. О боже, меня чуть сейчас не запалили. Представляете, это было очень близко. Блин, жалко, что здесь не было вместе. Потому что она уехала на отдых. Ну, конечно, Новый год. Ай. А знаете именно куда? Ну, она так рассказывала там у себя там в соцсетях. Она поехала в Китай. Поэтому здесь и завелись воры, и знаете, все-таки мне это не по душе, потому что мне приходится заступаться за этот дом. Ой, там все еще по новостям этих грабителей показывают. Ха-ха, наконец-то мы тебя поймали, сейчас мы с тобой разберемся, понял? Ха-ха-ха. Они так смеются, ха-ха-ха. Очень смешно. И... Так, у нас еще с вами есть коробка, никуда она не делась. Все-таки... Они так, знаете... Ну так, чисто без палева. Так, знаете, вот... Давайте возьмем вот это. И пойдем все-таки выполнять пранк. Да? Смотрите, он идет. Не-не-не, не надо, чтобы он приходил. Это сейчас будет плохо, если он придет. Потому что, если он придет... И я так буду. То меня понимают. Итог какой? Не надо попадаться им на глаза. Идеально. Ну что, Серёга, там, как у тебя дела? Но я ничего не нашел. Я тоже. Да. Но вы все равно ничего не найдете, потому что все я... Ну, половину вещей я запрятала те, которые вместе мне рассказывала. Там, свисе кольца показывала. Такой, ну, эти, как это называется? Бруслеты? Нет. Ожерелье? Нет. Ну вот браслеты это, бруслеты это что? Не помню, но здесь вот, как это называется? Ну ладно, неважно. Ну точно не бруслет. Бруслет! Ой, ну как это называется? Не ожерелье это... На что это что одевают? Ну ладно, меня потому что уже заметили. Привет, ты опять в очередной раз к нам в гости пришел? Это мой дом, и твой. Ну, конечно, не твой дом, конечно. Да, конечно, меня просто это шокирует. Просто вообще, представляете? Меня шокирует, шокирует. Так, смотрите, здесь у меня коробка, там, перчатка, все норм, норм. Так, ага. Ага, ага. Кто это сделал?
Кто еще мог это сделать? Мне просто интересно. Кроме меня. Лучше, знаете, сразу все иметь под рукой, потому что они могут просто очень быстро запалить, поэтому сейчас очень надо быстро действовать. О, привет, ты опять здесь находишься? О боже, если у меня сейчас в очередной раз не получится, то это будет вообще, это будет самое обидное, то, что вообще было вообще обиднее, и так далее. One of these days, Lester's really gonna get it from me. Пойдем-ка посмотрим, что в этой комнате. Опять он, ну все. Они меня опять поймали. Да. Да, ой, он все еще ест. Представляете, он ест опять. Он всегда ест и так далее. Поэтому, давайте, я уже забрала коробку, и я надеюсь, что сейчас все получится, никто ничего там не заметит, ни к чему не придерется. Ах, Серега. Ой, то есть Леха. Это тебе подарок. Ах, ну блин, так я рад, что все-таки ты сделали мне подарок. О, ой. Что ты сделал? Это же был не сон. Конечно, это был не сон. А ты что думал, что это сон? Ну, конечно. И я твой сон осуществила. Говори мне, что спасибо. Эй, быстрее мне сделай, мне индейку жрать охота. А еще на Новый год ничего не будет приготовлено. Да, Василий, только, пожалуйста, не проникай меня больше и не дари мне такие подарки. Я тебе приготовлю индейку. Да что, я любимый приправой. Давай быстрее, я индейку хочу к Новому году. Да, ну, это, знаете, вообще, с их стороны так смешно. Один, который не хочет, чтобы пранковали, а другой, принеси мне то. На самом деле это смешно, и в тот же момент нет. Если была бы здесь вести, то бы она бы здесь навела порядок. Она бы сказала, так, кыш. Сейчас вам двойку поставлю там по всем предметам. Да, конечно, Мисти это может сделать. О боже, меня сейчас поймают. Нет! Только не сначала. Сейчас за мной два человека бегут. Теперь нет. Ух, мне было жарко на самом деле. Знаете почему? Потому что за мной два человека бежали. Так, это Инцейка хорошо такой. Все-таки умеет готовить, знаете, научился. А не только это... Че? Там был сугроб снега? Меня это больше всего сейчас удивляет, потому что где здесь еще снег? Эй, ты, что там делаешь? О, да ничего, просто так посмотрелся в зеркало. В зеркало посмотрелся? Боже, и зачем ему смотреться в зеркало? В девчачье? Ну, не знаю, этого мальчики бы все сказали, типа, зачем ты смотришь зеркало, девочка, девчачье зеркало. Ну, знаете, это так всегда. Так, может быть, здесь я что-то найдем? Блин, все-таки очень жалко, что я вместе. О, привет, ты опять здесь. Да ты сейчас попадешься у меня. Ничего тебе не будет. Ну, конечно, ничего не будет. Как может быть что-то быть, когда еще вообще ничего не будет? Мне, кстати, очень мало энергии, и мне еще нужно сейчас выполнить какой-нибудь пранк. Ну, как же без пранков? Все-таки остановить мне их надо, а как? Так, для пранка мне понадобится фен. Подождите. И полотенце, давайте, полотенце. Полотенце все-таки сойдет, да-да-да. Сойдет мне полотенце. Опять он бежит, да что это такое? Что так не повезло-то? Именно на одном месте они всегда возвращаются, приходят. Очень странно, там такой это, Серега проходит. Смотрите, убегает и... А, его опять нет, не считал, что это такое, я такой медленный. Согласна, он такой медленный. И еще у меня очень мало энергии.
Я сейчас буду сама стану медленной. Этих воришек лучше не впускать в свои дома. Ой, а как будто бы кто-то их хотел впустить. Боже, там опять Серега танцует. Говно в стиле. Боже, как же я люблю эту музыку. Что? Он только что под нее танцевал, потом сказал: боже, я не люблю в это танцевать. Мой мозг сломался. Чего? 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 Так, ладно. О, смотрите, я только что уже растопила снег феном. Да, вам не послышалось. А теперь мне нужно взять в этом подвале кое-какую вещь. А да, вы спросите, я же не могу тащить что ли через суд? Да не, мне просто сложно. Так. Так, вроде бы все, я уже откинула. Так, теперь берем вот это. И берем вот это. И все готово. Представляете? Очень удивительно. Все, и у меня уже все вещи. Наконец-то. Ну, почти, может быть, все. О, у меня осталось 5, 4, 3, 2, 1. О, мне добавили. О, ладно. Теперь мы просто берем кусачками. Так, теперь берем яйцо. О, боже, мне не хватает денег на энергию. Я только-только хотела энергию купить, а мне ни монет не хватило. Ладно, придется находить тебе энергию, ну, хотя бы, знаете, мы тратим энергию, чтобы энергию получить. Ну ладно, ничего, давайте сейчас вместо индейки заменим на яйцо. Знаете, что случится? Вот вы просто даже не додумаетесь до такого. Что здесь произойдет? Ну это просто... Ну, может быть, произойдет, я не знаю, получится это или нет, но очень надеюсь, что получится. Поэтому ждем, пока они дойдут до кухни, все-таки индейка уже давным-давно уже должна была приготовиться. Приготовиться. О, наконец-таки индейка будет готова. А, ты тоже это слышишь? Я тоже это слышу, Леха. И я. Серега. Чё? Ты что? Вообще, зачем ты живую-то индейку посадил в духовку? А знаете все это почему? Потому что она из яйца вылупилась. А вот это да, в итоге Серега закусала индейка. Ну хоть не Леха, а Леху-то сегодня мы тоже пранканули. Помните, как подарок? И все. Ставь лайк, если понравилось это видео, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы увидеть новые видео. Ну а пока, переделитесь в следующее мое видео. Увидимся там!